Интервью с победителем сегодняшнего дня Кирилл Бардачев. Кирилл, поздравляю тебя с победой. Ну, расскажи, в принципе, да, вот о эмоциях, о сегодняшнем дне, какие вот мысли в голове, что можешь сказать? Эмоции вообще переполняют. Наконец-то Россия, так сказать, показала свою мощь. Принесли сегодня две медали. Вот уже достали этот гимн, слушайте, итальянский. Он переполняет эмоции, конечно. Действительно, да, сегодня даже дважды слушали российский гимн. Твой соперник в финале победил твоего брата. Была ли где-то дополнительная мотивация как-то отомстить за брата? Плюс еще он Владика Мыльникова тоже выиграл. Да, конечно, была мотивация отомстить, потому что здесь, на российской земле, чтобы обыграть трех русских, не мог такого позволить. Просто-напросто надо было обязательно выигрывать. Еще брат Влад, надо было обязательно отомстить. Это само собой. С кем поединок был сложнее, в финале или все-таки в полуфинале против первого номера рейтинга? На самом деле все поединки сложные были, я не могу так судить. Все это прям чего-то стоят, свой труд вместе прям с тренерами. Ну ты прямо вижу, что заряжен доказать, что ты сильный, что ты лучше. Поэтому какая мотивация на командное соревнование? Мотивация, ну, выступить максимально хорошо, мы будем очень стараться. Спасибо, Кирилл, ты красавец просто. Я тебя поздравляю.